Среагировать на то, что пример с волонтерами, наверное, очень неудачный. Само наличие волонтеров сегодня, спустя год, говорит о страшной коррупционности, которая как минимум находится в Министерстве обороны. Так я ж про это если сказала, бы реши... что если самая бы... замена керевництва подождите, никакого, никакой замены не произошло. Если бы сегодня произошло. Мы увидели реальный демонтаж старой системы снабжения армии, и вместо них были бы назначены волонтеры, да, а прикрываясь волонтерами, оставить систему коррупции в армії, когда, извините меня, у меня сотрудники пошли добровольцами и звонят в агентство и говорят, слушай, там есть знакомые волонтеры, потому что снабжения нету совершенно, все, что выдали, это брюки и автомат ржавый, поэтому это очень плохой пример. Наличие волонтеров сегодня это реальный пример, позор главнокомандующего. Что президент слышит общество. Слышит. И залучается да, это общество в совет для того, чтобы контролировать эти поставки. Нет, друзья мои, сегодня прикрывается президент наличием волонтеров, а снабжение армии так и не наложено, потому что в Министерстве обороны колоссальная коррупция.